Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу 4 апреля был доставлен в миланскую больницу Сан-Рафаэле. Предварительный диагноз – воспаление коленного сустава. Некоторые итальянские политологи говорят, что это своеобразный ход Берлускони, ведь 10 апреля этого года миланский суд вынесет решение, каким образом 77-летний политик отбудет наказание по так называемому делу «Медиасет». В ходе этого процесса Сильвио Берлускони может быть приговорен к 1 году тюрьмы, хотя экс-премьера Италии могут выписать очень скоро, за пару дней до суда.